В Сургуте на пешеходном переходе сбили ребенка. ДТП произошло накануне в полдень. 50-летняя женщина, управляя кроссовером, не уступила дорогу 10-летнему мальчику, который переходил проезжую часть по зебре. Несовершеннолетний пешеход получил травмы. Всего же в минувшие сутки на дорогах Югры произошло 4 ДТП, в которых в общей сложности пострадали 4. Кроме того, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полицейские задержали 7 водителей. Еще 7 отказались от медосвидетельствования. 16 водителей привлекли за выезд на встречку, 37 пренебрегли правилами перевозки детей.